А вот и наша елочка. Вот такая выросла елочка. Вот так мы ее украсили. Вчера я ее еле допер, а сегодня она уже тут красуется у нас перед Новым годом. Вот. Будут под ней лежать подарочки. Кто был послушный, тому Дед Мороз принесет подарочки. Вот так вот. Наверное, 3 метра она у нас. А может даже и больше. 5? Конечно. Вот такая вот красоточка. Народили мы ее. Веточки внизу поотрубывали лишние. Ручки, да? Да. Как-то так. Все. Всех с Новым годом. Всего наилучшего в Новом году. Пока.